В 2020 году состоится большое событие в культурной жизни страны – 200-летие со дня рождения великого русского поэта Афанасия Фета. Как-то Алексей Толстой написал Фету: «Мы намедни считали, кто из современных и русских писателей останется, а кто забудется. Первых оказалось немного, но… Когда было произнесено ваше имя, мы все в один голос закричали: «Этот останется! Останется!» Афанасий Фет, стихотворение «Мама, глянь-ка из окошка». «Мама, глянь-ка из окошка! Знать, вчера недаром кошка умывала нос! Грязи нет, весь двор одела, посветлела, побелела. Видно, есть мороз, не колючий, светло-синий по ветвям развешен иней. Погляди хоть ты, словно кто-то траватый, свежий, белый, пухлый, ватый, все убрал кусты. Уж теперь не будет спору за салазки, да и в гору весело бежать. Правда, мама, не откажешь, а сама, наверное, скажешь: ну, скорей гулять!»